влияние пересекаемого имени на владельца автомобиля Honda. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь – иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.